На очереди 18-я серия спецпроекта новостей «20 лет за 20 дней». Сегодня вспоминаем год 2008. Горожанам он запомнился новыми встройками, фонтанами, дорожными развязками. А зрителям нашей телекомпании большим количеством интересных и полезных проектов от СТС «Прима». Например, серия сюжетов о способностях красноярских экстрасенсов. Вот как это было. В 2008-й аэрокассы всего мира переходят на электронные билеты, а в день открытия Олимпиады в Пекине, 8 августа, достигает пика конфликт Россия-Грузия. Кто первым начал перестрелку в Осетии, остается загадкой до сих пор. Другая загадка года – мировой финансовый кризис, который коснулся каждого. В марте 2008-го красноярцы в четвертый раз выбирают главы города Петра Пимашкова. А он, в свою очередь, радует горожан новыми открытиями. На 9 мая внушительным фонтаном реки Сибири у Оперного. На день города лирической композиции памятником Пушкину и Гончаровой. Более крупные стройки года – развязка на Белинского с подземным переходом. Затянется на 2 года. А вот самый крупный в России экстрим-центр «Спортекс» – этакую базу для скейтеров, паркурщиков, альпинистов – возведут за 1,5 года. Еще из новшеств – услуги ЖКХ и не только. Только теперь можно оплатить очень быстро в платежных терминалах. Для СТС «Прима» 2008 год спецпроектов. В новостях корреспонденты в 5-6 сериях подробно рассказывают про новинки и особенности фитнеса, про нюансы ипотеки, разъясняются специалистами, как правильно подготовиться к рождению ребенка и сколько придется потратить в первый год жизни малыша. Одним из рейтинговых оказался проект «Скрытые возможности». Его автор Наталья Варфоломеева общалась со столичными магами и красноярскими экстрасенсами. Они выполняли задания разной сложности, угадывали, в каком стакане соленая вода, во что одет незнакомец, за закрытой дверью и даже называли причину исчезновения человека. Телефоны в редакции тогда не смолкали. Проект вместо запланированной недели растянулся на месяц. Тогда же был проект на ТНТ «Экстрасенсы». Мы подумали, что наш воспримется как-то даже скептически. Так и нет. Таких вот комментариев было очень мало. Люди говорили, давайте еще, еще, еще. Мы не думали, что мы попали вот так в струю. Вот прошло уже 3 года, мне до сих пор звонят, это серьезно. И спрашивают контакты этих людей. 2008 год неожиданностей. Президент Франции встречается с моделью. Сборная России выбивается в финал чемпионата Европы. И из позора страны превращается в гордость. В США чернокожий президент Обама. Без сюрпризов только российская политика. Страной правит тандем Путин и его преемник. Президент теперь Медведев. В программе «Детали» проектом года стало реалити-шоу «Танцуй, танцуй». До этого ничего подобного на красноярском ТВ еще не было. 20 зрителей и ведущих с СТС «Прима» каждый вечер разучивали движения локинга, секси, R&B и других направлений. Презентации устраивали на улицах города и в торговых центрах. За интригами и за тем, как потом из проекта выбывали участники, в силу невжучивого характера, прогулов и просто неудачных выступлений, зрители «Деталей» следили 1,5 месяца. За любимых танцоров голосовали по СМС. Вопрос, насколько люди смотрели «Детали». Но если за каждого из участников там 1000 смс-ок, ну, можно посчитать, сколько смотрело. Люди, которые с нами участвовали, они рассказывали, что они приходят в магазин. Ну, вот как телеведущим. Я вас знаю, можете с вами сфотографироваться. Я вас знаю, вы в «Танцуй, танцуй» участвуете. То есть участники нашего проекта стали популярными все. Завершилось шоу от СТС «Прима» грандиозным концертом в ночном клубе. Тогда победители определили 500 зрителей и профессиональное жюри. Те же, кто не попал на выступление, смогли позже посмотреть полную телеверсию на нашем канале.